Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Chevrolet Lachetti. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Все моторы с распределенным впрыском и четырьмя клапанами на цилиндр. Мотор 1.8 имеет систему зажигания с кассетой, модулем зажигания. А двигатели 1.4 и 1.6 обходятся более дешевой системой с обычным модулем зажигания и проводами. У всех моторов привод ГРМ ремнем, он же приводит помпу. Впускной коллектор с изменяемой геометрией. Блок цилиндров моторов практически одинаковый, отличается только диаметром цилиндра. Коленчатые валы тоже разные. В чем проблемы моторов 1.4 и 1.6 до 2007 года? В первую очередь нарекания вызывали проблемы по механической части. Самым серьезным дефектом является склонность к подвисанию клапанов. Их подклинивает в направляющей в открытом положении. А если игнорировать появляющиеся проблемы с компрессией и нестабильной работой мотора, клапан может заклинить совсем, что приведет к разламыванию толкателя или даже поломке распредвала. Проблему устраняли в рамках гарантийных ремонтов, но часть двигателей все еще имеет детали проблемных серий. Правда, отказов уже почти не бывает, ведь даже небольшой износ стержня клапана и направляющей снижает риск подклинивания. Тем не менее, выбирать стоит машину, которая получила модернизированную ГБЦ с новыми направляющими клапанов и самими клапанами. Кстати, встречается и колхозинг в виде ГБЦ от Opel X16 XEL. Такая недорогая переделка позволяла недорого устранить проблему, хотя и ценой установки довольно старые детали с приличным износом, если не было возможности доработать родную деталь. Отличить колхозинг достаточно просто, у старой ГБЦ от Opel своя особенная крышка. Вторая характерная проблема – разгерметизация впускного коллектора и его коробление, вызванное перегревом, деформацией осей заслонок регулировки геометрии впуска и повышенным количеством масляного нагара из системы вентиляции. Номинально коллектор одноразовый и неразборный, но на практике он успешно ремонтируется и система заслонок восстанавливается в первоначальном виде. На моторах с пробегом больше 200 тысяч километров почти всегда забита система вентиляции картера, причем первые признаки ее неисправности – это течи масла из-под всех сальников и прокладок, начинаются уже после первой сотни тысяч километров. Профилактика проста и не требует замены каких-либо компонентов, вроде клапанов PCV. Их тут просто нет. Достаточно прочистить отверстие в задроссельном пространстве и маслоотделитель в крышке ГБЦ. По этой же причине настоятельно рекомендуется при замене ГРМ менять все сальники передней крышки двигателя, а при признаках запотевания маслонасоса, он тут стоит в блоке непосредственно на коленчатом валу, и еще и его прокладку. В противном случае можно получить не порванный, а провернутый ремень ГРМ и загнутые клапаны. Если верхний шланг на радиаторе быстро теплеет, то обратите внимание на термостат. Зимой прогрев будет долгим. Неудачная конструкция оригинальной детали приводит к тому, что даже самые недорогие китайские обеспечивают гораздо более быстрый прогрев до рабочей температуры и снижение расхода топлива. Еще одной бедой этих моторов является использование системы рециркуляции выхлопных газов, она же EGR. Во-первых, даже в исправном состоянии она поставляет сажу во впускной коллектор, где смешивается с маслом из системы вентиляции и забивает коллектор и впускные каналы, а заодно ускоряет закоксовку клапанов. А во-вторых, она иногда ломается, начинает пропускать газы во впуск постоянно, что вызывает не только падение мощности, но и быстрый износ поршневой группы, вибрации двигателя и прочие негативные эффекты. Это тот случай, когда назло всем экологам рекомендуется полное удаление системы. В отличие от вырезания катализаторов, эффект будет скорее положительный. Мотор дольше сохранит частоту выхлопа и будет расходовать меньше топлива. А вот часто загорающийся check engine – это уже проблема не аппаратная, а исключительно программная. Это не сбои лямбда сенсоров или глюки катализатора. И мотор не является особенно привередливым к топливу, как думают многие. Просто недоработка ПО системы управления вызывает ошибку при изменениях калорийности топлива или содержания МТБ. Какой-либо статистики поломок пятиступенчатой механики у мастеров нет, агрегат вполне удачный и простой. Четырехступенчатый автомат ZF4HP16 отличается завидной живучестью за счет простоты конструкции и того, что он рассчитан с большим запасом по крутящему моменту. Топовый для России двигатель с объемом 1.8 литра максимально выдает 169 ньютон-метров, а тогда как потолок автоматической коробки передач 240 ньютон-метров.
После 100 тысяч километров рекомендуется пройти плановый ремонт коробки с промывкой, заменой масла, сальников и прокладок, чтобы продлить жизнь как минимум еще настолько же. Впрочем, при большом желании, особенно если практиковать агрессивную езду в жаркую погоду, можно прикончить соленоиды, но замена их не слишком обременительна. Гораздо более редкая японская пятиступенчатая автоматическая коробка Eisin AW8140LE, напротив, рассчитана изначально на малолитражки Toyota и Suzuki и потенциально менее надежна. При активной езде могут выйти из строя не только привычные фрикционы, но также и слабенький планетарный механизм. Чтобы минимизировать риски, мастера рекомендуют частично менять масло раз в 30-40 тысяч километров, а полностью раз в 60-80 тысяч километров. Слабым местом подвески механики считают рулевую рейку, которую надо периодически раз в 50 тысяч километров подтягивать. Но общий срок ее службы все равно приличен – 170-200 тысяч километров. Примерно столько же выхаживают и рычаги, хотя сайлинг-блоки часто разваливаются на них уже к 80 тысячам километров. Амортизаторы в целом держат неплохо и начинают течь ближе к 100 тысячам километров. Столько же по нашим дорогам обычно выдерживают и ступичные подшипники. Передние меняются отдельно от ступицы, а вот задние приходится менять в сборе. Почти к расходникам можно отнести стойки стабилизаторов. Деталь копеечная, но надо менять каждые 35-40 тысяч километров. Кузов у машины крепкий, а вот слой краски тонковат. Лака корейцы явно пожалели, и найти очаги ржавчины можно почти на любой машине. Первыми сдаются пороги и низ дверей, которые чаще всего подвергаются пескострою и контакту с дорожными препятствиями. Неприятностям стоит отнести лопающуюся трубку обмывателя заднего стекла на хэтчбеке и универсале. Чаще всего эта неприятность случается зимой. Ну и помните, что Лачетти – бюджетный класс, и в машине, соответственно, живут сверчки, причем в самых разных местах. По электрике в группе риска находятся машины первых лет выпуска, у которых любит шалить блок управления кондиционера или климата. Они либо начинали глючить, либо полностью сгорали. Также довольно часто перегорали часы на приборной панели. Это конструктивный дефект, и бороться с ним нет смысла. Часы надо просто заменить. Ну а если вы являетесь владельцем Лачетти, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!